Тихим холодным днем светлая пятнистая пушистая кошка забежала в уголок. Когти были, как у утеса, длинные, завернутые. Такими хвастались снежные воины. «Ой, котята, вы уже тут?» «Вечер, хату, с вами улитка. Простите за долгое отсутствие. У меня просто закончились идеи для видео. Пожалуйста, дайте мне идеи». «Я сказала, давай идеи!» В общем, сегодня будет реакция на часть РКВ. Поехали! Первое, что я могу сказать, так это он использует приложение. Также, я не знаю, как оно называется, честно скажу, но также он использовал какой-то из лайнов. Но лайн — это еще не так уж и плохо. И не так уж и плохо, что он использовал приложение. Просто бывает такое, что есть те, кто использует приложение, как раз именно это, и полно аккаунтов с таким приложением, которые, к сожалению, делают сьюхи. Ну, что могу сказать по поводу этого видео? Описание больше всего заинтриговало. Пока что все остальное нормально. Простите, но мне придется сделать только одно видео. Дело в том, что получилось слишком большое. Все куски были как 9 с чем-то. Я не хочу, чтобы это было где-то больше 5. Потом это еще еле как загрузится. Поэтому простите, ребята. В общем, акулятам и котятам пока.